Ну, как вы могли догадаться, нахожусь я в Сочи. Прилетел я встретить свой груз, 170 килограмм, шины, диски и так далее. Чуть-чуть подготовить нужно машину, перекинуть там переднюю подвеску, посмотреть на Мацури. Вот, в Мацури я не поеду, потому что, ну, смысл ехать на старом конфиге, нужно все переделать и уже тренироваться и вкатываться в новую конфигурацию. Поэтому перед этапом, перед первым этапом Сочи Drift Challenge планирую сюда вернуться и вкатиться. Надеюсь, будет такая возможность. Так, ну тачка на месте, все в порядке. Привет, как ты, малышка? Оставил тут тебя на морях, на югах. Вроде все нормально. Ладно, пойдем посмотрим.